Онкологическая служба республики продолжит совершенствоваться. В перспективе в Чувашии намерены выстроить полный цикл медицинской помощи в этом направлении. От обследования до полного лечения. Подробности в следующем материале. В хирургическом корпусе онкодиспансера сейчас работают все 6 операционных блоков. Медики отмечают, что проблем пока не возникает. Осенью сюда были переведены 3 отделения. Все работает безукоризненно, никаких проблем нет. И я думаю, что и персонал, и пациенты должны быть очень довольны. Мы планируем максимально увеличить количество по операции по ОВМП. На сегодняшний день, конечно, планируется около 5000 этих операций. Но я думаю, что вот прям мгновенно все 5000 мы вот просто за завтрашний день это не получится. Но мы постепенно будем в кратчайшие сроки наращивать этот объем. По словам врачей, условия изменились кардинально. Онкологическая служба республики уже сейчас вышла на новый уровень. В реанимационных и операционных отделениях установлено самое современное оборудование. Изменились и условия работы медсестер. Для них разработали специальный ресурс. В единой базе данных не бегали друг другу, не создавая суету. За этим рабочим компьютером информация идет, вводная дается, и уже медсестры как бы, да, делают свое дело. Мы знаем, что у кого прописано, что кому удается. В онкологическом диспансере активно внедряют и новые методики лечения. Чебоксарских медиков консультируют коллеги из Москвы и ведущие научные институты. На базе диспансера проводят мастер-классы, конференции и семинары. В следующем году здесь намерены улучшить и качество диагностики. В хирургическом корпусе откроется лаборатория молекулярной генетики. Если раньше мы смотрели только клеточки под микроскопом, потом мы спустились чуть глубже, стали изучать молекулярный состав этих клеток опухолевых, то сейчас самое современное, что в медицине происходит, это генетические поломки. То есть знать, с какого момента начался, вот именно запустился вот этот пусковой механизм развития опухолевого заболевания. Будущее онкологии за этими методами, говорят врачи. Развитие службы власти республики поддержат. Средства на открытие лаборатории будут заложены в региональном бюджете. Дмитрий Ковалев, Василий Мухаметов, Республика.